Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. За все, что я благодарю, только растет и умножается. Вот повторяем один раз и посмотрите, как в вашей жизни будет все только умножаться. Ну а теперь небесное послание на 30 октября. Выбирайте радость, она и есть ваш жизненный ориентир. Иногда бывает трудно понять, насколько взятый нами курс правильный и верный для нас. Появившиеся сомнения не дают покоя, и нам может казаться, а может стоит сойти с дистанции. Но не спешите этого делать, важно прислушаться к себе и своему сердцу, которое всегда подскажет, как лучше поступить. Самым главным ориентиром для жизни каждого из нас является внутренняя радость. Что это такое? Радость – это состояние гармонии, счастья и удовлетворения, которое находится внутри нас и словно лампочка включается в те моменты, когда мы идем верным путем. Когда мы даем нашей энергии течь свободно, когда мы не спорим с жизнью и принимаем ее с достоинствами и недостатками, тогда мы ощущаем неподдельную радость. При этом не всегда внутренняя радость является проявлением радости внешней. Это разные понятия, и зачастую человек может быть внешне угрюм или задумчив, но его энергия течет легко и свободно, словно живая прозрачная река. Он по-настоящему ощущает этот прилив радости внутри себя. Совет. Чтобы поймать это ощущение, сделайте глубокий вдох и закройте глаза. Ощутите свободное течение энергии, а за ней прилив радости, обволакивающий вас изнутри своим теплым светом. Чем чаще вам удастся удерживать этот внутренний свет радости и быть предельно честным с самим собой, тем скорее ваша жизнь превратится в настоящую волшебную сказку. И в течение всего дня повторяйте такие слова. Каждый мой вдох наполняет меня радостью и божественной силой. Вот повторяйте 7 раз и посмотрите, что в вашей жизни обязательно будет радость и гармония.